сегодня никакой политики, поговорим о медицине. Я Дмитрий Петухов, это «Время врать», смотрите сейчас. У нас в студии сегодня депутат от «Единой России», эксперт в области медицины. Здравствуйте. Здравствуйте. Большинство стран мира, в том числе и западных, завидуют российской системе здравоохранения. Впрочем, ничего нового, ведь российская медицина – самая лучшая медицина в мире. Вы абсолютно правы. С российских больниц берут пример во всем мире. И Америка, и Германия, и Израиль. Поэтому и я предпочитаю германские клиники. Они напоминают мне о доме. Эй, там внизу, осторожно! Твою мать, на новый пиджак! Вызовите уже кто-нибудь скорую. Но все, а пиджак можно выкинуть. Стой! Тебе не место в раю. Нет-нет, пожалуйста, не надо. Господи, спаси и сохрани. Слава Богу, это все сон. Не буду больше воровать. Прости меня, Господи. Раньше нужно было молиться. Ну, че вылупился? На процедуры бегом! Я в аду! Естественно! Я думал, что ад выглядит несколько иначе. Мы взяли пример с российских государственных больниц. Это самые жуткие места, которые можно вообразить. Прежний ад был по сравнению с ними курортом. Хорош трындеть! Пора на процедуры! Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, делитесь с друзьями.